Отныне выбрасывать и сжигать мусор в неположенном весе запрещено законом. Если правоохранительные органы и сотрудники Тазалыка обнаружат такой факт, то правонарушитель будет оштрафован на 2000 сомов и привлечен к общественным работам на 8 часов. Подобные изменения в законопроект об административной ответственности одобрил президент страны. Ранее размер штрафа за выброс или сжигание бытового мусора в неположенном месте составлял всего лишь 100 сомов, а производственного мусора от 5 до 10 тысяч сомов. Инициатором изменения в законопроект выступил депутат Майрамбек Расулов. Он признается, центральные улицы города еще чисты, но на следующей, увы, люди не могут дойти до урн или мусорных контейнеров и бросают все, где попало. Нардеп надеется, что административное наказание хоть как-то призовет граждан к порядку. Это острая проблема была, сами знаете, везде мусора были заброшены. И из этого появилась такая идея привести в порядок наш город. Реализация законопроекта вызывает некоторые сомнения, потому как ранее ни один человек не был оштрафован. Выявлять нарушителей будут и сотрудники санитарно-экологической службы. Но их, к примеру, на весь Бишкек всего 16 человек. Да и невозможно круглые сутки разъезжать по улицам и выявлять нарушителей. В мэрии же предлагают на улицах установить камеры видеонаблюдения. К сожалению, практически от Джибек-Джолу вниз по Советской или Бесовой, да, до рынка Дордой. И очень много мест, где имеются такие вот стихийные именно, стойкие причем, да, несмотря на разъяснительные работы. Это улица Некрасова, это улица Гагарина, где преимущественно частный сектор и где предусмотрено в неделю раз по графику вывоз мусора. В стране давно пора навести порядок, согласны сами граждане. Грязный город – следствие обычной лени людей. Глядя на такое, многие предлагают учредить День добрых дел. Назира Ахмедова, Алтынхан Бабаев, Общественный, Первый канал.